Всем привет! Продолжаем путешествие по Стокгольму. Наш сосед северный. Хороший городок, очень мне нравится, милый. Что-то есть общее между Стокгольмом и Петербургом. Вот есть вот такой парк Берзелия или Берзелии. По-разному можно, наверное, произносить. Так вот, этот парк был спроектирован ландшафтным архитектором Кнутом Фортбергом и, в общем, строился в 1852 году. И одним из элементов этого парка является скульптурная группа, можно так назвать, под названием «Игривые медведи». Это работы по заказу фонда Евы Банье, это шведская художница, и специально были разработаны для этого места. Как-то они хорошо туда вписываются. Работы Карла Миллиса. Как раз вход в парк. Очень милые скульптуры, высеченные из гранита. Просто скульптуры медведей, вот, которые играют за собой. Очень интересные, милые, очень милые скульптуры. Это просто я хотел вам показать, как один из элементов Стокгольма. Город, который я люблю. Ну вот и все. Будет там проходить вдруг. Вход в парк находится около Королевского драматического театра. Ну, не ошибетесь точно. Большое здание, красивое. Кстати, там есть платный туалет. И вот как раз около входа в парк вы увидите этих прекрасных, милых медведей. Карла Миллиса. Всего, всем пока, всем привет, до свидания.